успехи, надеялись на командный успех. Не получилось. Почему? Сегодня было на самом деле множество ошибок, досадные ошибки, которые, скорее всего, связаны с волнением. Потому что, видимо, первый день быть в тройке, явно второй день в финале настраиваться на тройку, наверное, чуть рано пытались быть там. Вот. И очень множество волнений, множество, повторюсь, что на нескольких снарядах грубые ошибки мы сегодня допустили. Вот. Но теперь могу сказать зрителям и болельщикам, что теперь только в личных соревнованиях будем показывать себя. Китайцы сегодня, конечно, на высоте. Вот я вижу результаты. Это неимоверные баллы, которые на данный момент недосягаемы. За тройку можно было легко биться. Мы проиграли всего ничего, 1.5 балла. Поверьте, это немного. С нашими сегодня множественными ошибками мы должны были быть тройки. Почему волнение, Сергей? Ведь опытные гимнасты, наверное, как-то обсуждали все эти вопросы. Я сейчас не берусь об этом говорить. Сегодня после соревнований вечером будет, я думаю, так собрание нашей делегации мужчин спортивной гимнастики. Я думаю, мы будем обсуждать эти и ошибки, и в чем-то поражение. Я думаю, я сейчас не готов ответить на такой серьезный вопрос. Хорошо, Сергей, вам еще выступать в многоборье. Мы вам желаем удачи, успеха. И всем ребятам только побед, только медалей. Я думаю, что у вас все получится. И я передаю слово комментаторам.